Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко очень необычно, но метко поздравил российского пропагандиста Владимира Соловьева с днем рождения. На своей странице в Инстаграм он представил новый хит, в котором унизил россиянина. По словам звезды, этот трупор кремлевской пропаганды не заслуживает приветствия, однако никогда не будет лишним напомнить украинцам, кто он на самом деле. Отметим, что в тексте хита, получившего красноречивое название «Соловьев глупо» и почти каждая строчка нецензурная. Википедия пишет, что 20 октября день рождения России пропагандиста Соловьева. Поздравления этот человек не заслуживает, а вот напоминание, кем он является, сделать можно, анонсировал рэпер. В треке артист высмеял абсурдные тезисы, которые Соловьев много лет толкает в массы, чтобы оправдать кровавую политику Кремля. В частности, о восьми годам бомбардировки Донбасса и так далее. Также певец напомнил россиянину, что тот потерял имение за границей за своей позиции. Как никогда метко и уместно, ведь такие, как Соловьев, не заслуживают иного отношения к себе. Это пропагандистская машина Кремля, несмотря на тотальное поражение. РФ и массовую ложь продолжает танцевать на костях погибших украинцев и промывать мозги россиянам. Однако рано или поздно бумеранг доберется и до него.